Друзья, всем привет! С вами новый выпуск проекта «Готовь как шеф». Меня зовут Евгений Жаворонков, и сегодня мы с вами будем готовить кальмар на гриле с ежевично-лаймовым соусом. Серия обещает быть вкусной, поэтому не переключайтесь. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Итак, уважаемые друзья, спешу вам сообщить радостную новость. У нашего генерального партнера компании «Ареса» появился вот такой удобный и практичный прижимной грильник. Мы его очень долго ждали всей съемочной группой, и поэтому сегодня мы его будем проверять на деле. Для начала я хочу поблагодарить нашего партнера агроусадьбу «Серая Шейка» за предоставление этой живописной локации. Проводите здесь свои свадьбы, фуршеты, мероприятия, банкеты, дни рождения. Мероприятия в агроусадьбе «Серая Шейка» станут здесь действительно незабываемыми. И, конечно же, благодарим нашего генерального партнера, это компанию «Ареса». Что ж, давайте начнем. И начнем мы с приготовления соуса. Если вы помните, в предыдущей серии мы с вами готовили куриное бедро с розмариново-грейпфрутовым соусом. Сегодня мы будем готовить по такому же принципу, только не будем затягивать это все крахмалом. Для приготовления соуса нам понадобится ежевика, лайм, сок лайма и цедра лимона. Разогреваем наш сотейник, забрасываем в него ежевику. Добавляем немножко сахара. Вот так, отлично. Цедру лимона. Огонь поменьше. И цедру лайма. Вот так. Засыпаем цедру лайма. Оставшуюся у нас на доске мы положим к лимонной. Украсим наше блюдо сегодня. Итак, и все. И теперь все это дело нам нужно довести немного до кипения, до размягчения ягод. Затем мы протрем это все через сито. И наш соус будет готов. Как вы можете заметить, он очень просто готовится. Поэтому накрываем его крышкой и оставляем на маленьком огне томиться. А теперь давайте перейдем к нашим кальмарам. Для начала нам необходимо приготовить для него заправку. Заправка у нас будет состоять из чеснока, петрушки, прованских трав и розмарина. Также мы туда добавим немного цедры лимона с лаймом. Нарезаем чеснок мелко, петрушку, смешиваем, добавляем сюда, отлично, добавляем сюда розмарин и прованские травы. Все это заливаем оливковым маслом. И перемешиваем. В процессе жарки кальмара мы будем поливать его вот этой заправкой. Забыли добавить цедру лимона. Наша заправка готова. Сюда добавим только немножко соли и черного перца. Вот
Вот так, хорошо. Пахнет просто изумительно. Теперь возьмем кальмары. Нарезать их мелко мы не будем. Мы сделаем просто небольшие декоративные надрезы на нем. Теперь смазываем кальмар заправкой. И отправляем его на гриль. Готовить будем с каждой стороны по 5-6 минут. А точнее, друзья, это же у нас прижимной гриль, поэтому мы его сейчас прижмем, и он приготовится у нас за 5 минут. Давайте посмотрим, на каком этапе соус. Ягода размягчилась, поэтому можем просеивать через сито. Протираем ежевику. Как вкусно пахнет здесь. Господи, у меня уже разыгрался аппетит. Великолепно, друзья. Кальмар, я так полагаю, готов. Прижмем его еще на пару минуток. Ну а тем временем будем подготавливать тарелку к оформлению. Я купил еще сегодня такой вот миленький персик. Нарежем тоненькие слайсики. На тарелку выливаем соус. Кальмар приготовился. Снимаем его. Даем ему отдохнуть. 10 секундочек буквально. Посыпем цедрой. И добавим немножко микрозелени рукколы.
Все, друзья, первое блюдо сегодняшней серии готово. Мы приготовили кальмар на гриле с ежевичным соусом и свежим персиком. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Ну и, конечно же, друзья, в летний сезон как же можно обойтись без прохладительных напитков? При помощи помощника AR2503 от нашего генерального партнера компании «Ареса» мы приготовим очень вкусный и свежий фреш из грейпфрута. Все, что вам понадобится, это нарезать грейпфрут пополам, подсоединить нашего маленького помощника в розетку, приложить к нему грейпфрут. И все, что нам остается, это перелить наш свежевыжатый фреш в стакан. Также для разнообразия вкуса можете выдавить сюда немножко сока лайма, чтобы придать небольшую кислинку. И все, друзья, наслаждайтесь свежевыжатым фрешем у себя дома. Маленький помощник AR2503 станет очень полезным девайсом на вашей кухне. Смотрите все выпуски программы «Готовь как шеф» на нашем YouTube-канале и группе ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. Всем пока! «Ареса» – надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход.